В этот день со сцены детской школы искусств поселка Развилка звучала русская классическая музыка великих композиторов. Рахманинов, Скрябин, Чайковский, Римский-Корсаков и другие именитые авторы в исполнении московского дуэта Игоря Зимина и Юлии Бурылевой, союз которых в этом году отмечает 20-летие творческой деятельности. Мы бы хотели пробиться к душам ребят, потому что музыка у нас русская, русская музыка, она очень душевная, а даже, можно сказать, духовная. Игорь Николаевич очень, как лектор, интересный, он расскажет, будет готовить каждой пьесе, он будет ребят готовить. И вот после его маленького вступления по-другому слушается музыка, мы на самом деле именно вот духовного надеемся, да, отклика. Заслуженный артист России, виолончелист Игорь Зимин в детской школе искусств сегодня не случайно. Отделения по этому музыкальному инструменту в ДШИ пока нет, но среди учеников ощущается высокая потребность. Маэстро пригласили, чтобы рассказать воспитанникам об истории виолончели и продемонстрировать виртуозную игру. Это очень известный музыкант российский, очень известный педагог. Он очень строгий, он очень интересный, он очень талантливый, он прекрасный исполнитель. И вот он пообещал мне при последней встрече, что специально для наших детей он сделает такой экскурс в раздел «Русская музыка». Сам артист к искусству относится философски. Кажется, готов говорить о нем часами. Считает, что музыка – это то немногое, что осталось от рая. Вот эта благодатность музыки, то гениальное, что вложено в композитор свыше, для чего-то нам оставлено. Когда говорят, вот есть современная музыка, а есть вот несовременная. Ну, более современная, чем вот то, что оставлено и прошло проверку веками. Оно само по себе за себя говорит. Конечно, естественно, если она оставлена, то опять зачем-то. И, соответственно, музыка, она воздействует на те тайны человеческого сердца, которые зачастую человек сам себе не может даже признаться. Администрация Ленинского городского округа идею создания в Развилке класса виолончели поддержала. Открыть направление планируется к сентябрю. Мы вообще настроены на то, чтобы наши дети имели право выбора. И оно, это право у них есть. Потому что в наших музыкальных школах орган, в наших музыкальных школах гусли. И вот сегодня, пожалуйста, виолончель. Спасибо огромное организаторам, руководителям наших детских, удивительных детских музыкальных школ. Этот вечер подарил гостям массу впечатлений и полезной информации. Организаторы надеются, что в следующем году на сцене с виолончелью выступят воспитанники ДШИ. Юлия Погосян, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ.